Сапраўднымі сябрамі, песняром на працягу ўсёй іх творчасці, сапраўднымі і шырымі сябрамі, былі музыканты менавіта групы з менавіта такой назвай – «Сябры». Мне вельмі прыемна запрасіць на гэтую сцэну мастацкага кіраўніка ансамбля «Сябры» народнага артыста Беларусі Анатолія Ярмоленку. Дорогие сябры, дорогие друзья, хочу вам сказать два слова. Много не буду говорить лестных эпитетов, потому что все уже сказано. Вы знаете, когда-то, 25 лет назад, я впервые услышал этот коллектив, и мне так хотелось петь с ними, но никогда Мулявин, к сожалению, на это не обращал внимания. Мы долго с ним не встречались, он не слушал, как я пою, я пришлось сделать свою команду. Но вот сегодня мечта эта сбылась. Я с этим замечательным ансамблем исполню песню Игоря Лученка на стихи Аркадия Кулешова «Олеся». До встречи на 50-летии!